Уже не первый год в самую волшебную пору года, время новогодних и рождественских праздников, Брестский союз женщин совместно со спонсорами проводит благотворительные мероприятия, главные участники которых – дети, живущие с тяжелыми диагнозами, а также их семьи. Городская организация «Белорусский союз женщин» активно участвует в республиканской акции «Наши дети». И, конечно, сегодняшний рождественский подарок именно для детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов. Есть семьи, которые мы уже давно помогаем, и эти семьи, которые уже давно известны. Это и Артем Колесников, это Иванечка знаменитый, который в городе уже совершил первые шаги. И эти семьи, которые находятся под нашим патронажем постоянно. Но сегодня мы решили расширить круг. И благодаря руководству этого замечательного ресторана «Ташкент» сегодня удвоилось почти количество участников. Подарить ребенку праздник – задача несложная для того, кто на самом деле готов и хочет сделать доброе дело. Организаторы рождественской встречи в кафе «Ташкент» доказывают это на практике, уже не единожды создав такую атмосферу радости и волшебства, что ее запала и эмоций хватает ребятам до следующего новогоднего периода. В первую очередь это радость нашим детям. Дети живут целый год. То есть этот праздник они вспоминают, да, то есть обыгрывают, поэтому в первую очередь. А нам, конечно, очень приятно, что нас не оставляют, что, добрые сердца, неравнодушие к нашим детям. Конечно, ни один праздник, а особенно детский, не может и не должен оставаться без конфетно-фруктовых угощений и настоящих подарков. Накрывать сладкий стол и собирать продуктовые гостинцы членам Брестского союза женщин уже традиционно помогают руководители кафе «Ташкент» и торгового центра «Евроопт». Они уверены, что большое дело всегда начинается с маленького шага, а положительные эмоции, которые ребята получают на подобных праздничных утренниках, внесут свой вклад в дело борьбы с болезнью. Чувством детской благодарности, дети довольны, дети радостные. В этом году программа еще насыщенная будет, дети, я думаю, еще веселее будут. Дедушка Мороз будет, будут артисты выступать, цыгане выступать будут. Так что дети очень благодарны, дети рады. Я думаю, что мы все это делаем не зря. Анастасия Стропко, Виктор Халявко, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».